Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы покажем вам, как сделать оригинальный подсвечник из подручных материалов своими руками. Прежде всего нам понадобится проволока. Мы взяли самую дешевую алюминиевую проволоку разных диаметров, которая продается в строительном магазине. Также нам понадобится небольшая дощечка или палочка. И стеклянные бутылки в качестве плафонов. Первым делом отрежем у бутылок донышки. Делаем стеклорезом круговой надрез. Затем с помощью кипятка и холодной воды откалываем донышко, а потом зашкуриваем острые края. О том, как сделать элементарную установку для нарезки бутылок, мы рассказывали в прошлом видео. Ссылку смотрите в конце ролика и в описании. Чтобы легче было сделать проволочный каркас, мы нарисовали на бумаге прямоугольник по внутреннему размеру бутылки. От толстой проволоки мы отрезали 3 фрагмента по 50 см, а от тонкой 3 по 40 см. Кстати, прежде чем работать с алюминиевой проволокой, ее сперва лучше помыть, чтобы не получилось эффекта чумазых рук, как это получилось со мной. Сперва сделаем небольшой зацеп в виде крючка на конце проволоки. Он нам потом очень пригодится. Дальше сгинаем проволоку по размеру нашего прямоугольника. В узкой части скручиваем петлю для крепления и продолжаем гнуть проволоку дальше. Такую же петлю согнем и в противоположной стороне. Теперь скрепим оба края проволоки, не забывая про наш зацеп. Получившаяся деталь должна легко проходить внутрь бутылки, а ее внутреннее пространство должно вмещать свечу с алюминиевой гильзой с запасом. Теперь из тонкой проволоки скрутим корзину для свечи. Чем проволока будет тоньше, тем легче добиться нужной формы. Таким образом у нас получился подсвечник для стандартной свечи в алюминиевой гильзе. Займемся дощечкой. В ней мы должны проделать 7 отверстий для креплений. Ее можно оставить и в таком виде, но для красоты мы обернем ее самоклейкой. Из толстой проволоки делаем 7 деталей с петельками на конце. Просовываем их в отверстие и загибаем с обратной стороны. Делаем 3 длинные детали для крепления наших подсвечников к дощечке. Их размер должен позволять бутылке свободно перемещаться вверх-вниз по подсвечнику. Сделаем также декоративные украшения из металлических деталей. Мы использовали элементы кованых оград. Вы можете украсить подсвечник как-нибудь иначе. Можно использовать практически все, что угодно. Хорошо будет смотреться крупные ключи, монеты, детали старых часов и другие металлические механизмы. В конце концов, можно просто накрутить завитушек из проволоки. Итак, у нас получился вот такой вот комплект деталей для нашего подсвечника. Соберем теперь этот конструктор. Крепим кольцо для подвеса. Проще крепить детали, когда они находятся в подвешенном состоянии. Теперь подсвечники с плафонами. Украшаем мелким декором. Такой подсвечник может украсить интерьер любого дома или стать оригинальным подарком, сделанным своими руками. Чтобы зажечь свечи, поднимаем плафон и фиксируем его на зацеп. Поджигаем свечи.
опускаем плафоны на место. Мы потратили на такой оригинальный подсвечник полдня времени и минимум средств. Если вам понравилось это видео, поделитесь им с друзьями. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео.